Рупам таса качаури пурим матурим поштвам Радха кунда майвам Ахо Радха мадвасам Радуясь патита крипая Шри Гуру Тан Гурави Каура Чандрая Радхикай Трай Кришная Кришна Бхактая Тан Бхактая Намону Ананда Вилабая Викрахая Хима Бадивьяча Висундрая Тасмай First of all, I offer my sustained Dandavat Puspanji, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaratatam Guru Padapatma, Nityalila Pravishna Om Vishnupada, Ashtotarasata Sri Rupanuga Charivari, Sila Bhakti Vedanta Narayana Vasupada. Прежде всего я предлагаю свою шаштанду Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотарашата Шри, Рупа Нога Чари Вари Шри Бхакти Веданты Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my parent Gurudev and to Shri Prabhupada. And to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всех представителей нашей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнаве. Доброй руки! Ейту тудия чарнамбужа коша гандам Джигранти кана вивараи сути вата нитам Бхакджагри хита чарна параяча тешам Найпас ната чарнампурват сухумсам Шукадевка Свами Пари is saying that
see Krishna's lotus feet are very fragrant. Шукадева Госвами объясняет, что лотосные стопы Кришны благоухают. And all the devotees. Все преданные. Can imbibe the attractive fragrance of Sri Krishna's lotus feet. Могут уловить вот этот благоуханный аромат стоп Кришны. But not with the nose, through the ears. Но они улавливают этот аромат, слышат его не носом, а именно ушами. Simply by listening to Харикатху. Просто слушая Харикатху. So just as the bumblebee becomes mad and excited, taking the fragrance of the lotus flower. So when it's time for the devotees to listen to Harikatha, they all become like bumblebees. Подобно тому, как шмель хмелеет от радости, когда он предвкушает то, что он сейчас наест пыльцы цветка, преданные тоже в таком же хмеле находятся в будоражном радостном состоянии, когда им предстоит услышать Харикатху. And by listening to Harikatha, they can imbibe the beautiful aroma of Krishna's lotus feet through the ears. И когда преданные наконец-то слышат Харикатху ушами, они слышат этот удивительный аромат, который источает лотосные стопы Шри Кришны. But these ears don't only catch the aroma. Но уши, они улавливают, слышат не только аромат. Патутей, парда утей. It is said, when the Harikatha begins, the curtain rises. Когда занавес под ним, когда начинает звучать Харикатха, поднимается занавес. Just like in the theater, everyone is sitting, and when the curtain rises, then the drama begins, and everyone can see. So in the same way, when the Harikatha begins, those devotees who are listening from the core of their heart, with deep shraddha, with deep faith, then for them, the curtain of Maha Maya is lifted, and they see the Leela of Krishna presented by Yoga Maya. Равно это как трансцендентный театр, в котором все зрители ждут. Начало первого акта, поднимается занавес, и все начинают смотреть спектакль. И вот преданные видят эти лилы Господа, о которых он с почтением и вниманием слушает из лотосных уст садху. So first, the devotee was like a bee, attracted to the fragrance of Krishna's lotus feet. Сначала шмель был подобен шмелю, который завлечен ароматом стоп Шри Кришны. But then, by listening to Harikatha, what happens? Но когда преданный слушает Харикатху, что происходит с ним? Shri Akaireva Chandaka Vitaranam, then the lotus of your heart opens. Когда уже лотос сердца преданного начинает распускаться. And the honey of bhakti begins to flow from your heart. И нектар бхакти начинает уже благоухать в этом лотосе сердца. And now it's Krishna's turn. He becomes like a bumblebee, very excited, and he flies into the hearts of the devotees and enters into their hearts and becomes intoxicated there and can never leave that devotee. И вот это уже побуждает Кришну стать шмелем, этот шмель. Кришна, он уже мчится к лотосу сердца преданного и жаждет остаться там навсегда, никогда не покидает. Поэтому это что-то удивительное. How all your hearts will open like lotus, and Krishna in many forms will come and drink them. Все ваши сердца распустятся как лотосы, и Кришна в многочисленных своих проявлениях, как шмель, помчится к каждому из ваших сердец. So this is the power of Sravanam and Kirtanam, hearing and chanting about Sri Krishna. Это сила волшебства, которая присутствует в Шраване и Киртане, слушание Кришны и повествование. А когда Кришна уже начинает играть в вашем сердце, и вы начинаете его видеть, там это называется смарана. Kirtana prabhava is smarana vive. By the power of kirtan, real smarana comes spontaneously. Благодаря истинному киртану проявляется смарана естественным образом. So yesterday we were hearing about the purvarag of Radha and Krishna. How just coming to the end of their childhood, they suddenly their love manifested. Вчера мы слышали о пурварагах лил Шри Кришны, о том, как когда гопи повзрослели и достигли юности, все они влюбились в Шри Кришну. How? Каким образом? By Lahiraga Nayana Bangabela, by an exchange of glances. Как это произошло? Когда они обменялись взглядами с Кришной? Так это и произошло. And where? И где это On произошло? On the bank of Jamuna, Kaliyadaha. Берегу Ямуны, у озера, у залива Калия-Дахи. In the middle of the night, when all bridge buses were sleeping, camping there,
then gopis woke up, they got up and were looking around, and Krishna was glancing to Radhika and Radhika to Krishna. And then from that moment, Pailai Raga Nayana Bangabela, Anudina Barla Avadina Gala, the Anurag, the Manjista Rag manifested in the heart of Radhika and began to increase very rapidly and unlimitedly, moment by moment. Все это произошло той ночью, когда Брадивасы заночевали на берегу Ямуны после того, как Кришна укротил Калию, и когда посреди ночи все Брадивасы заснули, а Кришна привстал в центре всех кругов и стал смотреть на гопи. И гопи привстали и любовались Кришной. Все увидели, как Кришна не отрывает взора от дочери Вришабану Махараджа. But still, they had no chance to meet. И вот тогда и проявилась вот эта рага, манжиста рага Шримати Радики. Но все же это была влюбленность ранее издалека. У них не было возможности общаться близко. So yesterday we heard how Radharani, by the mercy of Bakulamala Sakhi and Shama Sakhi, she received the first garland made by the lotus hands of Sri Krishna and by the touch of that Lokottara Padartha, that supernatural substance, she felt as if Krishna himself had touched her for the first time, and she fainted in ecstasy. Вчера мы слышали о том, как по милости Бакуламалы с подруги Шьямы Сайки Радика получила в подарок первый подарок от Кришны в форме гирлянды из цветков бакула, и когда Радика одела, когда на нее одели эту трансцендентную гирлянду, тут же Радика испытала ощущение, как будто бы она заключена в объятия Кришны. Then we heard how for the first time, when Vrishabhanu Maharaj organized a big festival in Varsana and invited Nanda Maharaj and his whole family to come, Radhika had the first chance to cook for Sri Krishna. Также вчера мы слышали о первой возможности Радики приготовить еду для Кришны, когда Вришабхану Махараджа, ее папа, устроил праздник на Варшане и пригласил на обеденный пир Нанду Махараджу со всеми его родственниками и друзьями. Relishing the sight of Krishna, tasting the preparations she was made, she was thinking, oh, when will see Krishna taste my lips? Слышали вчера, как Радика не отрывала взора, наблюдая за Кришной, как он кушает еду, приготовленную ею, каждый раз, когда он рукой подносил к своим устам очередной кусочек еды, Радика думала, когда же мои губы смогут прикасаться к его губам. So, Vrindavan is not an ordinary place. Vrindavan — это необычное место. Vrindavan — это Сатчитананда. Everywhere Krishna looks in the forest of Vrindavan, when he sees champak flowers, then he thinks, oh, this is the complexion of Radhika. Куда бы Кришна ни посмотрел во Вриндаване, все напоминает ему о Радике. Он смотрит на цветочки чампак, и ему видится Радика в них. When he sees the deer in the forest looking here and there, he thinks these are the eyes of Radhika. Когда он видит цветок чампак, он видит цвет тела Радики. Когда он видит оленей в лесу, их глаза напоминают ему глаза Радики. When he sees the dark flowing waves of the Jamuna, then he sees the blue cloth of Shrimati Radhika. Когда он видит темные волны на поверхности Ямуны, ему видится синяя одежда Радики. When he hears the singing of the cuckoos, he thinks it's the voice of Radhika. Видит складки на одежде Радики. Когда он слышит кукование кукушек, when Radhika sees a tamal tree, he thinks it's Krishna. Он слышит голос Радики. Но Радика, в свою очередь, когда она видит темное дерево тамал, ей кажется, что она смотрит на Кришну. When she sees a black bumblebee taking honey from a lotus, she thinks, oh, Krishna is kissing a gopi. Наблюдая за тем, как шмель пьет пыльцу с лотоса, она думает, это Кришна целует гопи. So in this way, Vrindavan forest is Udipana. Oh, it is stimulating the love of Krishna for Radhika, and for Radhika it stimulates her love for Krishna. Лес Вриндавана, вся флора и фауна — это удипана для любви Радхи и Кришны. Там все Радхике напоминает о Кришне, а Кришне все напоминает о Радхике. So it is supernatural, and all the bhavs of Radha and Krishna are reflected there. Волшебный лес, в котором царят вот эти эмоции любви Радхи и Кришны. So after the springtime came the summer. И за весной пришло лето. The summer season is extremely hot. Лето этого Вриндавана очень жаркое.
But Krishna felt that the intense blazing heat of the summer was actually the increase of his own heat of separation from Shrimati Radha. Кришна принял вот этот внешний жар погоды за внутренний жар своей любви к Радхе. As it became, the day was passing. See Krishna, he decided, oh, now it's time. I should return to the village with all my cowherd friends and cows. Однажды днем Кришна решил, что пора вернуться уже обратно в деревню. So Krishna began to play his flute in the forest, and the trees were trembling in ecstasy. Он стал играть на флейте в лесу, и деревья стали дрожать от экстаза. Аспанданам гатиматам пулакастарунам. In the form of new birds, they were having romance, like hair standing on end. То есть они испытывали сатвические бабы, романтию в форме почечек, которые появились на их ветках. And the trees were crying in the form of honey dripping from their honeycombs. Деревья плакали, эти слезы выходили в форме капель меда. But then, when Krishna began to return from the forest to the village, then the trees. They have no legs and they could not go with him, so they were very sad and they became skinny. Но наконец-то, когда Кришна, in separation from Krishna, he was leaving the forest. Двинулся по направлению к деревне, стал покидать лес, деревья вообще сникли, потому что ног у них нет, они не могли пойти, побежать вслед за ним, они просто стали худеть на глазах от грусти. And the trees thought, we are not fortunate like the deer, because the deer have their legs and the deer could follow him. Они подумали, как же нам не повезло, вот мы неудачники, у оленей есть ноги, они бегут сразу следом за Кришной, а мы, застыв на месте, стоим тут. But the deer only followed him to the edge of the forest. They can't come further into the village because they're very shy and they stay in the forest. Олени пугливы, поэтому они не осмеливались идти вслед за Кришной, выходить за пределы леса. Они остановились там как раз на границе леса. So as Krishna came out from the forest, now the deer are thinking, oh, we are so unfortunate. We are not fortunate like these boys who continue and these cows who are going with you. Теперь уже наступила очередь оленям. Они завидовали уже коровам, которые шли вслед за Кришной, мальчикам, которые окружили Кришну и бежали за ним. And as Krishna left the forest of Vrindavan, he was feeling sorry for the trees, so he began to play his flute. And the sound of his flute went like nectar through the air, and the trees would become lean and thin, became blossoming again. И Кришна, уходя из леса, он пожалел эти деревья, он сопереживал им, он особенно для них заиграл на флейте, чтобы как-то порадовать их, воодушевить, и деревья, услышав этот нектар, они тоже стали приходить в себя и расти опять. So then the cows, they went into the goshala. Коровы радостно забежали обратно в свой хлев дома. And they were feeling very sad. Коровам стало грустно. We are not lucky like the bumblebees. Они подумали, вот не везет нам, как везет шмелям. Because as Krishna continued towards his home in Nandagam, then the bumblebees were still following him. Потому что они-то вернулись домой, но коровам пришлось идти в хлев. Они не могли идти в дом за Кришной. Они думали, вот шмели себе смело летят, куда хотят, за Кришной. The bumblebees were madanda, completely blind in ecstasy. They could not see. They were just trying to fly and follow the fragrance of Krishna. Шмели-то были такие охмелевшие, они уже не видели, куда они летят. Летели с закрытыми глазами, вообще просто следуя за ароматом Кришны. They're very proud that they can fly anywhere. Они гордятся тем, что они могут летать куда угодно. But Krishna was walking this way, and the wind was blowing this way. So the little bumblebees, they were trying to move, but they could not. Но Кришна шел против ветра. And their pride was crushed as they were struggling to try to keep up with Krishna. И Кришна шел против направления ветра, и этот ветер стал останавливать шмелей, отталкивать их назад. И они не сопротивлялись, но они были гораздо слабее ветра, поэтому они забуксовали там в воздухе. As they get closer to their home in Nandagam, Balaram is very excited and he runs ahead. Чем ближе мальчики подходят к дому, тем с большим энтузиазмом они хотят туда попасть. Баларам вообще бегом уже бежит к дому. But that time Krishna is moving slowly and like this, moving from side to side, like an intoxicated young elephant, because he wants to lag behind to give more room, because he cannot have any exchange with Brajgopis in the presence of Balaram. So let Balaram run ahead, and I'll just lag behind. Balaram бежит домой, а Кришна наоборот, он оттягивает время, так идет медленно, поступью так грациозно, как юный слон. Потому что ему нужны эти минуты без Баларама, чтобы он мог обменяться взглядами с братья Гопи, потому что он не осмеливается делать в его присутствии старшего брата. When Krishna is returning, Nandagaon is so beautiful. Когда Кришна возвращается домой, Нандагаон выглядит великолепно. The sun is just about to set in the west.
and has made all the sky become reddish like a bimba fruit. Это очень красивое время дня, солнце заходит, весь горизонт становится розовым, все выглядит как окрашивает все в розовый цвет, как фрукты бимба. The rays of the sun are going here and there. Oh, like the red sindoor in the parting of a married lady. И красные лучи солнца расходятся во всех направлениях, играют подобно вот этой полосочке из синдура на проборе замужней женщины. Нандагаон is so beautiful. И сам по себе Нандагаон такое красивое место. Because, you know, when Krishna approaches his herd of thousands and thousands of cows. Когда Кришна подходит к своему огромному стаду коров, там тысячи и тысячи коров. Then they all look up. Они сразу thousands of eyes, shining eyes all looking at Krishna. То его встречают тысячи глаз, которые смотрят на него. So in the same way. И подобным образом. As the sun is going down, then the Brijbasis have lit lamps inside their homes. Когда солнце начинает садиться, Брджбаси зажигают лампадки в своих домах. And in the village of Nandagaon, Nandishwar, there are 84,000 lattice windows. Там 84,000 окошек в Нандагаоне. So at that moment, when the light is shining out of 84,000 lattice windows in the village of Nandagaon, just as Krishna is coming, it's like the whole of Nandagaon has 84,000 eyes looking and welcoming Krishna, watching Krishna arrive. Из каждого из 84,000 окошек Нандагаона светятся там лампадки, то когда Кришна возвращается в деревню, кажется, что Нандагаон этими многочисленными глазами приветствует его. And the houses of Nandagaon are decorated with flags, and all the flags are flapping in the wind. It is as if the goddess of Vrindavan, her heart is fluttering like this, overjoyed that Krishna has returned. Все дома украшены флагами, эти флаги развиваются на ветру, и кажется, что это бьется так быстро, трепещет сердце богини Нандагаона. So Shukadev Goswami said in Srimad Bhagavatam, Prata Prajad Prachata Avisha Chasta Shayam Gobir Samam Kwanayitasya Nisham Yovenam Nirgam Yatarnam Abalapati Puri Punya Pasyanti Sasmita Mukasa Dayavalokam. Excuse me, class is cancelled. Class закончен. Come back tomorrow. Завтра приходите. How beautiful is Srimad Bhagavatam? Насколько прекрасен сладок Шримад Бхагаватам. Shukadev Goswami Pad is saying that when Krishna returns in the evening, driving the cows in front of him. Шукадева Госвами описывает, когда Кришна ведет стадо коров обратно домой, and playing on his flute. Вечером, и сам он играет на флейте. Then the gopis are abala. Девушки, они абала. Бал means strength. На санскрите бал это сила. So boys are called bala and girls are called abala because they're not so strong. То есть мальчиков называют мальчик это бала, а девочка абала, то есть потому что она послабее. It's very difficult for them to climb trees. Девочки не могут там забираться на деревья, карабкаться, подтягиваться, то что могут. So they're called abala. Поэтому девочка называется абала. But here abala means that they have no strength. Because they cannot control themselves. Но в этом контексте они называются бессильными, потому что они не могут контролировать свои чувства. Hearing the sound of Krishna's flute signaling Krishna's return, they have no control at all and helplessly. Their bodies are running. They go to their windows, to their balconies, to their chandashalikas, to the watchtowers on the top of their houses, very quickly to look on the path, Patiburi Punya, that pious path along which Krishna will return. Потому что как только они слышат звук флейты, они становятся полностью бессильными, беспомощными, они не могут контролировать себя, они мчатся кто куда, кто на балкон, кто к окну, кто на крышу дома, чтобы хоть краешком глаза увидеть Кришну, когда он будет по этой благодатной тропе возвращаться обратно в деревню. Helpless under the control of prema. Полностью беспомощны под контролем премы. So they are really abala. That means ashesh rupain bala. They have unlimited strength of prema. Поэтому они действительно abala, abala, ashesh rupain, что они обладают экстраординарной силой премы, любви. Pasyanti sasmita mukam sadayavalokam, and they've come to see Krishna, and Krishna is sadayavalokam, looking. In a very
sympathetic way. Oh, please be merciful to me. А Кришна, when will you meet with me? Они все сбегаются, чтобы иметь эту возможность посмотреть на него, когда он возвращается в деревню, а Кришна с мольбой в взгляде смотрит на каждого, ну жаль, надо мной, ты же увидишься со мной сегодня вечером. So the gopis, they ran to their rooftops. Some gopis grabbed the hand of their sakis and ran up the stairs to the top of their chandrashalikas. Кто бежит в одиночку? Кто хватает за руку подругу, тащит за собой быстро по лестнице, забраться там на крышу своей башни, чандрашалики, чтобы поскорее увидеть Кришну? So now all the gopis are in their towers on the tops of their houses. Нет, все уже крыши полные гопи. And see, Krishna is entering into the village, and as he's entering the village, Krishna is overwhelmed with ecstatic bliss. И с каждым шагом, приближающимся к деревне, Кришна преисполняется все больше и больше экстаза. Their faces are like lotus flowers. Со всех сторон он смотрит на эти лотосы, их лица. Or it is as if when the sun is setting, the moon appears. But now millions of moons have appeared in the sky, showering nectar on Krishna. Обычно в полнолуние, как только садится солнце на горизонте, уже видна полная луна. Тут множество лун. Кришна видит на каждой крыше там луны. Not only that, but they're decorated with so many colorful jewels. Rubies and pearls and emeralds, diamonds. И гопи не просто сияют своей естественной красотой, но каждое дело самое лучшее украшение, там серьги. And the last rays of light are reflecting off all their colorful jewels, and it's making rainbow-colored patterns in the sky. Серьги, ожерелья, там и рубины, и изумруды, и алмазы, там все, и все это вот эти лучи заходящего солнца отражаются в этих украшениях, и они выглядят как украшенные радугами. Even though Lord Shiva, he could hold the Kalkut Bish deadly poison in his throat. But the gopis, they cannot hold inside the deadly poison of Biraha separation. Господь Шива, он смог удержать в горле вот этот смертельный яд Kalkut Bish, но гопи не могут удерживать в своем горле вот этот яд разлуки. And as they are singing, it's coming out in the form of the choked voice and tears from their eyes. Они поют, но поют дрожащими голосами, и слезы текут у них из глаз. They look down on Sri Krishna. Они все смотрят вниз на Кришну. And it is as if they're not only seeing him with their eyes. They become so absorbed, they feel as if they're touching him with their hands and tasting him with their tongues. Они настолько погружены в созерцание Кришны, что им кажется, что они видят его не просто глазами, им кажется, что они уже трогают его, обнимают, целуют, вдыхают его аромат. For the gopis, then the whole world becomes Krishna-mai. И весь мир для гопи становится Кришна-mai. That's why Radhika is called Krishna-mai. Поэтому Радику и зовут Кришна-mai. Сагасоку влаямакшнурам джанам мурасо махендрамани дхам бриндавар рамани нанам манданам акилам харир даяти. That means that at that moment, the gopis feel as if Krishna has become the black kajal on their eyes. В такие моменты гопи, им кажется, что Кришна стал черной подводкой под их глазами. Krishna has become the blue lotus flowers over their ears. Они думают, что Кришна стал вот этими синими лотосами, которые украшают их уши. Krishna has become the necklace of sapphires on their chest. Кришна стал сапфирным ожерельем на их груди. Krishna has become the paintings in black musk on their bodies. Он стал этими картинками, исполненными черным мускусом на их телах. And all the gopis on the roofs there on their chandrashalikas all become completely stunned. Like figures in a painting. И все гопи испытывают стамбу, они застывают на месте, как просто персонажи на картине. This is the meaning. Brada, brajata, brajata, avishachasta, shayam, shayam lila. Вот это шайам лила описано таким образом. Madhu Mangal was there and he was looking around. Madhu Mangal тоже смотрел по сторонам. He said, oh, I have never seen anything so astonishing, my Sakha. Вот я ничего такого, никогда в жизни такого удивительного не видел. When you reappear in the village, you are like a moon, causing all these lotus, night-blooming lotuses to appear on the roofs of the buildings. Madhu Mangal сказал, конечно, поразительно. Когда ты возвращаешься в деревню, ты подобно луне,
побуждаешь все эти лотосы распуститься. Oh, in Brahma's entire creation, no one has ever seen anything so amazing. Это самое удивительное, что кто-то может увидеть в творении Брахмы. And then Madhu Mango was very clever, and he said, "Oh, Krishna, look, there's Vrishabha." И затем разумный Madhu Mango сказал: "Кришна, Кришна, посмотри, вон стоит дочь Вришабану Махараджа." And he pointed out Radhika. И показал Нарадку. Then see Krishna glanced towards Radhika, and Radhika glanced towards Krishna. And what they were feeling in their hearts, they exchanged with each other, like exchanging gifts. Кришна тогда взглянул на Радху, Радхика взглянула на него, и взглядом они обменялись подарками, вот эмоции своих сердец, они передали друг другу эти эмоции. Oh, and Krishna is feeling, oh, thank you very much for your beautiful offering. Кришна тут же поблагодарил Радхику за этот удивительный подарок. It is a great treasure. I will keep this treasure of your glance in my heart forever and cherish it. Сказал: благодарю тебя за это сокровище твоего взгляда, я спрячу его в шкатулке своего сердца навсегда. So Shukadeva Goswami said, Pitva Mukunda Mukasarage Akshi Brindais Tapam Jahuvrajam Brajayoshitani Tatsat Kritim Samadigamya Vivesha Gosam Savri Dahasa Vinayam Yadabanga Moksham. When Sri Krishna entered into Nandagaon, then the gopis, their eyes were like bumblebees. Когда Кришна вошел в Нандагаон, глаза гопис стали шмелями. Drinking the nectar of Sri Krishna's face. Которые пили нектар красоты лица Кришны. And drinking that, then they gave up the fire of separation that they had felt during the day when Krishna was out in the Gochara Lila, taking the cows to graze. Упиваясь этим нектаром, они расстались с этим чувством грусти, опустошенности, которое они испытывали в течение целого дня, пока Кришна отсутствовал из деревни, пока он пас коров. Then Sri Krishna came and his mother came out to meet him with milk pouring from her breast spontaneously. And she embraced Krishna and bathed him in milk and tears. Мама Ишода тоже вышла поприветствовать сына. Она была настолько преисполнена материнских чувств, что молоко текло у нее из груди, и слезы стекали с ее щек, и она радостно обнимала Кришну. Then she led Krishna into the house and arranged for him to be bathed and decorated by his servant boys, Raktak, Patrak and Chitrak. И затем мама Ишода сама повела Кришну в дом и призвала всех слуг Рактака, Патрака и Читрака, чтобы они начали, чтобы приготовили все для вечернего омовения и новую одежду свежую вынесли Кришне. The gopis with heavy hearts came down from their chandrashalikas. Все, поэтому гопи уже ничего не оставалось, как спуститься обратно с крыш домов, так понуро, уже грустно спускались, не торопясь. But then Sri Krishna said, "Oh, now I want to go and milk the cows." Вдруг Кришна сказал: "Я хочу пойти подоить коров себе." Then the news spread everywhere in Nandagaon and in Brajavrat. Oh, Krishna is going to milk the cows now. Все тут же в Нандагауне узнали через пару минут, что Кришна идет доить коров. So then those gopis, they grabbed their saki hands again and ran them back up the stairs. Опять гопи схватили подруг за руки, потащили их наверх на крышу быстро. To see how Krishna will milk the cows. Так, сейчас он будет доить коров, надо посмотреть. So just as a small sparrow cannot fly to the stars, so in the same way, even Lord Brahma himself cannot describe the beauty of Krishna when he is milking cows. Подобно тому, как воробей не может залететь в небеса, даже Господь Брама не может описать всю прелесть того, как Кришна доит коров. He squats down on his haunches next to the cow. Кришна садится на корточки рядом с коровой. And his turban looks very, very nice, slightly tilted to the side, because the belly of the cow pushed on his head. И тюрбан уже его сваливается немножко в сторону с головы, но очень грациозно, потому что уже живот коровы так надавливает на тюрбан, и тюрбан перекашивает на сторону. And he holds the bucket between his knees. Кришна между колен зажимает ведро. And with his elbows sticking out like this, he touches the udders of the cow, and the cow is in ecstasy from the touch of Krishna, and the milk starts to flow. Making a beautiful sound. Оттопыренными локтями Кришна приступает мастерски к дойке коровы. Корова счастлива, и молоко начинает
лица в ведро. And as Krishna is milking the cow with his turban going like this. И пока Кришна с перекошенным тюрбаном на голове доит корову. Then the gopis are looking and milking the nectar of Krishna's face with their eyes. Гопи в это очередь доят. This is the meaning of Godohana, milking. The real meaning of milking. Кришна доит корову, гопи доят красоту его лица своими глазами в этот момент. So then, those gopis, they wanted to share their joy with their sakis who were standing nearby. Но вот этой радостью всегда хочется с кем-то поделиться, и гопи не терпится тоже поделиться этой радостью с подругами. Because this is the meaning of the word sakhi. Поэтому в этом суть слова sakhi. If someone is a sakhi and has a sakhi, then whatever comes in their heart, it comes out of their mouth. They cannot check it. They have to speak it and share it. Sakhi, они очень болтливы. То есть что-то в сердце, то это уже будет на языке. Это очень важно обсудить со всеми, поделиться этим, что раз обговорить это. One sakhi said, we have to show the strength of our mantra chanting by somehow or other bringing Krishna into our courtyard. Вот надо нам доказать силу нашего воспевания мантры каким-то образом, заманив Кришну в наш двор. Another sakhi said, how can we do that? А как это мы можем сделать? Спросила другая. Then she said, oh, I have an idea. Так будет, а у меня есть идея. We can go to our parents. And complain. We're having a big problem at our mother-in-law's house. Мы можем пойти к родителям и пожаловаться, как нам трудно приходится в домах свекрови. We'll tell them, oh, the cows in the house where I'm staying, they're so strong and they're so frisky. It's impossible to milk them. Мы скажем родителям, что в этом we don't have the strength. В доме свекрови, где мы живем, коровы такие бодливые и такие прыткие, что мы не справляемся с ними, мы не можем их доить никак. And now all my in-laws, they're burning with grief that they cannot avail themselves of delicious milk products. И скажем, что мы переживаем за родственников своих, этих, которые сейчас страдают от нехватки молока. Then our parents will say, what can we do? Наши родители озадачатся, как помочь нам в этой проблеме. Then we can say, well, there's one boy in Braja. Мы скажем родителям, знаете, есть один парнишка. And just by seeing him, the milk just starts to flow. Он особенный какой-то, вот так легко ему дойка дается, когда коровы его видят, просто молоко само течет. Really? What's his name? А родители спросят, как его зовут? Oh, Gopal. Gopal. Нандан. Нандан зовут. So, then our parents, feeling sorry for us, they'll go to Krishna and say, Krishna, my daughter is having a big problem at her in-law's house. The cows are frisky, they don't give milk. And Krishna is so kind, then surely he'll come to our courtyard. И тогда родители пожалеют нас. Они сами пойдут к Кришне и будут его уговаривать помочь нам. Они скажут, вот у моей дочери проблема, она живет в доме свекрови, там очень брекливые, бодливые коровы. И ей трудно доить. Пойди, сходи туда, помоги ей. So then, that sakhi said, very good, a good plan. We'll try this plan. Все остальные подруги согласились, что идея замечательная. Надо попробовать осуществить ее. So in this way, the days were passing during the summer. Таким образом проходили дни летом. And then what happened? The rainy season came. И наконец-то наступил сезон дождей. That means. Долгожданный. That means this is not a meteorological discussion. That means the goddess of the rainy season came to serve Krishna. Это не прогноз погоды мы обсуждаем, а это сам факт, что богиня дождя пришла в надежде послужить Кришне. So now the summer was over. It was the turn of the goddess of the rainy season. То есть она сменила с вахты эту богиню лета и пришла уже богиня дождя. So when the goddess of the rainy season came to Vrindavan, then she was very fragrant with the pollen of kadamba flowers. Она сначала аромат пыльцы цветков кадамба, это богиня дождя. She was glancing at Krishna with in the form of swarms of bumblebees. Она бросала взгляды на Кришну, эти взгляды проявлялись в форме шмелей, которые. The goddess of the rainy season wore beautiful blue garments in the form of the charm-colored blue clouds gathering in the sky. Они были красивые, синие. Relieving everyone of the heat from the summer. У нее была синяя одежда по форме вот этих свежих грозовых туч, которые заволокли собой весь небосклон. And the gentle rumbling of the clouds at the beginning of the rainy season was her sweet voice. И ее сладкий голос звучал как такие нежные мягкие раскаты грома. So in the first month
of the rainy season, the first month of Chaturmasya, you don't eat green leafy vegetables. Первый месяц Чатурмаси, первый месяц сезона дождей, вайшнавы не кушают зеленые там листовые всякие овощи. Why? Because that is the time of the year when so many little insects appear. Да в это время там заводится множество жучков всяких. So at that time, millions and millions of tiny red Indragopa insects were crawling everywhere, and it was the red footlack on the feet of the goddess of the rainy season. И вот в этот момент появилось множество тысяч маленьких красных насекомых, этих жучков и драгов, и они были лаком на ступнях, на подошвах стоп богини дождя. At that time, when the rain began, then the flocks of white cranes took to the sky, and it was the pearl necklace on the chest of the goddess of the rainy season. Множество журавлей летали там повсюду, они были этим жемчужным ожерельем на шее богини дождей. It began to thunder and lightning. Then all the peacocks spread their tail feathers and danced. And that was the beautiful hair of the goddess of the rainy season. И когда начался дождь, раздавались раскаты грома, появились вспышки молнии, и все павлины радостно танцевали, раскрыв свои хвосты. И вот эти хвосты, это были волосы богини сезона дождей. So you know that in the summer season, знаете, что летом, then what happens in the Jamuna? The level goes down and all these islands appear. Jamuna начинает from my window, I have a very beautiful view of all many islands come. Засыхает во время лета и обнажаются маленькие острова в Jamuni. Я вижу это из окна своей Баленкутеры. And so these islands are sticking out of the Jamuna just like the bones in a skinny person. То есть как кости на худом теле торчат, вот таким образом эти островки торчат из Jamuny. So, in the same way, just as when a person eats lots of food and they start to become fat and their bones that were sticking out disappear, so in the same way, now the rainy season come, the level of Jamuna went up and all the islands in Jamuna disappeared like the bones of a person becoming fat. Через какое-то время начнет покрываться там жирком эти кости, их уже не будет видно, они не будут выпирать в упитанном теле. И вот подобным образом, когда пошли дожди, постепенно все эти острова исчезли, и Jamuna стала полной. By now, Radharani's separation, her povarak, was more and more intense than ever before. Но состояние влюбленности Радики становилось более и более интенсивным к этому времени. Sometimes she would faint. Ей было трудно справляться с чувствами, иногда она теряла сознание. And then there was the rainy season of the tears from the eyes of Vasakis crying, oh, Radhika, don't leave us, don't leave us. Когда Радика падала в обморок, то на нее моросил дождь в форме слез ее подруг, взволнованных тем, что она может умереть и оставить их. And when they revived Radhika, then when Radhika came to external consciousness, she realized that nothing can save my life except for directly meeting with Brajendananda and Shyamasundara. Когда Радику приводили в чувство, она понимала каждый раз, что единственное лекарство для меня, единственное спасение — это встреча с Шьямасундаром. She was only staying alive with this hope that she will meet with him one day. Она продолжала жить только этой надеждой, что в будущем у меня будет возможность увидеться. Just like if you break the stem of a lotus, there's a very fine fiber inside, very, very fine. Just touching it will break. So that is called a tantu. So Radharani has Asha Tantu. Her life is hanging from a fine fiber. Asha Tantu, the fiber of hope that, oh, one day I may meet with Krishna. Если сам надломить стебель лотоса, внутри стебля лотоса вы увидите тоненькие волокна, как ниточки такие, танту называется. Вот Радика выживала только на ниточках вот этой неумирающей надежды на то, что она все-таки сможет встретиться с Кришной. And as she was thinking of Krishna, in intense separation, Cupid fired his arrows. А Купидон продолжал безжалостно пускать в ее сердце стрелы. Пушпабан, Камдев. Она уже была сломлена этой любовью, но Купидон shot the heart of Radhika with the desires for amorous pastimes, and all of her senses became inert. And she became senseless. Пускал снова и снова стрелы в ее сердце. Вот эти страстные желания наполняли ее, и она просто уже не справлялась ни с чем. And just as Radhika became senseless,
then the dark clouds in the sky, in the west, suddenly burst. And torrential rain came down, just as Radhika became senseless. And it was this, the whole of Vrindavan was crying out of sympathy for Radhika. И Радике было уже так плохо, она просто теряла сознание снова. В это время на западном горизонте разразился ливень. Просто как стена воды шла на Брач, как будто бы вся окружающая среда сопереживала ее состоянию. So everything takes place in Vrindavan by the influence of yoga maya. Во Вриндаване все происходит под руководством, под дирижерством йога майи. She is the lila shakti. Она лила шакти. She is the bij of the vikar in swarup shakti. That means she is the seed of the transformation of the entire spiritual world. Она является бич викаром сварупа шакти, то есть семя всей трансформации, которая происходит в духовном мире. Whatever desire is there in the heart of Krishna, she can detect it. And then she moves the whole spiritual world to make it become fulfilled. Она всегда на чеку и настроена на волну сердца Кришны. Как только она улавливает какое-то там желание, тут же она все устраивает таким образом, чтобы исполнить это желание. So this was not an ordinary rainy season. This rainy season was created especially by Yoga Maya Devi. Why? Because when there's heavy rain, then no one goes out. The bridge buses are not moving around in the streets, so it will be more easy for her to arrange a secret rendezvous between Radha and Krishna. Это не было обычным сезоном дождей. Этот сезон дождей был организован самой Йога Майя. Почему? Потому что когда идет ливень, никто из домов не выходит, никто не бродит по улицам, там в парках, в рощах. Поэтому она знала, что сейчас все враждебасы засядут по домам, у Радхи и Кришны будет возможность наконец-то повидаться. Don't think that Yoga Maya cannot arrange the meeting of Krishna and Braj Gopis. Не думайте, что Йога Майя не может устроить встречу Кришны и Брадж Гопи. Even Yoga Maya arranges when Braj Gopis want to meet with Krishna that she manifests the extra form of each gopi in their homes so that their in-laws never suspect anything. И легко это сделать, даже когда гопи убежали на Расалилу, она сделала их дупликаты, которые остались дома, чтобы родственники ничего не заподозрили. Все думали, что гопи дома со всеми. Once there was a daughter, princess, the daughter of Banasur. Однажды есть история про дочку демона Банасуры. And in a dream she saw a beautiful prince, and it was Aniruddha. И вот эта девушка, Куша, она во сне увидела принца Анирудху, который был внуком Кришны. So she said to her Sakhi, I must meet with him. Она стала выпрашивать у подруги помощи, она говорит, я хочу встретиться с ним. Her Sakhi's name was Chitraleka. Ее подруга, ее звали Читралека. And she was a yogini, mystic yogini. Она была мистиком йогини. And by her mystic powers, she transported Aniruddha in the middle of the night and made him appear there in the secret ladies' quarters of the impenetrable palace of Banasur, into which even Indra could not enter. И своим волшебством Читралека призвала, то есть перенесла физически Анирудху во дворец Банасуры, прямо туда, в женскую часть дворца, где жила Уша и только ее фрейлины. So if a very insignificant mystic yogini like Chitraleka can transport Aniruddha to meet with Usha, then what to speak of Yoga Maya Purnamasi Devi? So don't have any doubt in Yoga Maya Purnamasi Devi. Если такое под силу обычной йогини Читралеки перенести физически Анирудху туда, во дворец к своей подруге, то уже что можно говорить о том, что доступна Йога Майя? То есть никогда не сомневайтесь в ее возможностях. So, just on that dark night when there was heavy rain. И вот в этот день под вечер, когда уже было темно, лил дождь. I must go and meet with my beloved. Вдруг Радика решилась, я хочу встретиться со своим возлюбленным Кришной. So, yet spratchadena chavinamo dirapidaya manjira mukta charanam chavidaya devi. Kunjai Vrajendra Tanayena Virajamane Naktam Kada Prabhuditam Abhisaray Se. Srila Rupa Goswampad said, when will that day come? Srila Rupa Goswampad сказал, когда наступит тот день? Because it's a dark night. When will I decorate Radhika with dark blue cloth to camouflage her on her journey out of the village into the forest? Темной ночью я наброшу темную одежду, накидку на Радике, чтобы она была не видна никому, и выведу ее из дома свекрови.
When will I bind her ankle bells with cloth, so that her mother-in-law will not hear her sneaking out from the house? Когда у меня будет возможность Севы замотать ее ножные колокольчики тканью, чтобы они не звенели, когда она будет выбираться из дома, чтобы свекровь ничего не услышала. So once Rupa Manjari had prepared Radhika, then without any fear at all, completely fearlessly, she ran out of the house and into the darkness of the forest in the pouring rain. И когда Рупа Манджари сделала все необходимое, приготовила ее к этому походу, Радика бесстрашно вырвалась на улицу и побежала. Actually, she didn't know where she was going. Она понятия не имела, куда она бежит. She was just trusting in Cupid. Просто верила. The god of love will somehow get her to her destination. Верила в любовь, верила в Купидона и думала, он меня приведет к нужному месту. So she was just running. И просто бежала напролом там через рощи, чащи. And when she came to very near the kunj where Krishna was waiting. И когда она подбежала, добежала уже поближе к той кунже, в которой действительно сидел Кришна. No one told her. Никто ее и не предупреждал. But she experienced some very unique psychological changes that just let her know, I have arrived. Она сама догадалась, она почувствовала. In the appointed sankat kunj. Внутренним таким чувством, что я тут, он рядом, я нашла его. So then, her sakis brought her to the entrance to the kunj where Krishna was waiting. И ее подруги подвели ее к входу кунжи, в которой ее ждал Кришна. Finally. Наконец-то. She was going to meet with her beloved. Наконец-то предстояла возможность встречи с ее возлюбленным. And just at that moment, as she was about to enter the kunj, her thighs became completely numb, like stone pillars, and her legs could not move. Как только она собиралась войти в кунжу, вдруг ее бедра просто окаменели, как онемели, она не могла двинуться с места, стояла как приклеенная к земле. Tears started to flow down her cheeks, and her arms and body was trembling. Слезы ручьями побежали по ее лицу, руки задрожали. And she lost all confidence. Просто и вся уверенность ее испарилась. She grabbed the hand of a saki to get some support. Смутилась, схватила за руку подруги, что ради поддержки. But then suddenly she wanted to turn around and run away. И вдруг ей захотелось побежать обратно домой, убежать. Свингара яни, баватим, мависара яни, викшаева кантабада намна, саипаса цити, дритванцалина, харисани димани яни, сампрапья тайна судам, рисита бавани, Шрила Вишватхакур Тхакур said, at that time, when Радхика was beautifully decorated and come to meet with Krishna, but when she gets there, she becomes afraid and turns around and tries to run away. When will I catch her by the anchal, by the veil, and pull her back in the direction of Krishna? And she will wave her finger at me and chastise me, and I will hear the nectar of her abuse go in my ears. Hey Kalanki, let me go. I am not a girl with a bad reputation like you. И Рупа Госвами в своих молитвах описывает, говорит, когда же наступит тот день, когда я приготовлю крадик, сделаю макияж Радике, наряжу и поведу ее на Абисар навстречу с Кришной, в последний момент развернется и побежит обратно домой. Я буду тянуть ее за одежду к Кришне, кунджи, она будет обрушить на меня свой гнев и скажет, ты Каланкини, я не такая, как ты, непорядочная, оставь меня в покое. Я не пойду к нему. So, then the Sakis caught her and stopped her from leaving. Саки тут же поймали Радику, остановили ее. And they brought her to the door of the kunj. И вместе подвели ее к входу в кунжу. And she looked inside and saw the Shyamasundara. И Радика заглянула в кунжу и увидела внутри Шамасундара Кришну. She wanted to please him in all ways, but she was feigning the resistance. И так захотелось. Unwillingness. И так захотелось угодить ему всячески, но она притворялась, потому что у нее нет никакого интереса. She was in such a delicate and fragile condition. Она была в таком очень уязвимом состоянии. No one knows which way the situation will go. В непредсказуемом, никто не знал, что. On the edge of a knife. То есть, так как на лезвии бритвы была вся эта ситуация. So very gently the Sakis of Radhika said, Oh, my dear Saki, today we just beg from you one thing. И очень бережно, ласково ее подруги сказали, дорогая Саки, мы упрашиваем у тебя одного сегодня. Just give Krishna the happiness of touching you once. Ну, порадуйся
оправдывай Кришну, дай ему возможность прикоснуться хоть один раз к тебе. We'll never force you to go to him again. We promise. Мы больше никогда тебя не попросим встречаться с ним. Be compassionate. Look how much anxiety Krishna's there is watching everything. Ну, пожалей его, смотри, он растерянный стоит, переживает, там смотрит. Look how much anxiety he's in. Ну смотри, в каком он напряженном состоянии. Just look at his distress and be, just be kind to him once. Пожалей, он же нервничает так. Ну, зайди туда к нему. So then the sakis woke up behind Radharani and started to push her into the clinch from behind. И став за Радхарани, они стали подпихивать ее вперед, заталкивать ее в кунжу уже. So then one saki appeared right in front of Radhika. She couldn't go any further. И вдруг одна саки преградила путь Радхике, стала прямо перед ней. It was Ladja Saki. Это была Ладжа Саки. Understand what actually Saki. Это было олицетворение смущения. То есть это не настоящая Саки была, а смущение. Ladja Saki came right in front of her and would not let her go. Why? Because she realized, I have no experience. I have no skills. In the art of Madhurasa, Sringarasa. Что преградило ей путь? What will I do now? Смущение. Радика подумала, да у меня же никакого опыта вообще в этом нет ничем. Что я буду там с ним делать? So the sakis pushed her in, and then the sakis started to leave to give her room to be with Krishna. As the sakis turned around to leave, Radharani turned around and started leaving. Саки, but Krishna grabbed her by the hand. Саки подвинули ее, задвинули ее подальше в куджу, сами развернулись и стали удаляться. Радика развернулась резко и побежала вслед за ними, но Кришна поймал ее. So then Krishna was holding her right hand with his left hand. Левой рукой Кришна держал Радику за правую руку. And as the Saki, Radhika was trying to leave, Радика порывалась убежать. But Krishna stopped her, and as the Sakis were leaving, she moved her eyebrows and by her eyebrows, don't leave me, stay here. И когда Саки убегали, Радика стала хмурить бровями, давая понять, ну не смейте оставлять меня тут, ну вернитесь быстро. So then, Krishna pulled Radhika towards him. Кришна потянул Радику поближе к себе. And Radhika closed her eyes. Радика просто уже сдалась, закрыла глаза. So Krishna began to try to coax her to come and sit down on this bed of flowers. Кришна как-то пытался зазвать ее, пригласить ее присесть рядом на этом цветочном ложе. So Jayadeva Goswami said, Кишлая Шаянатри Куру Камини Чаянаналина Винилешам Тава Парапанава Вари Парапавам Идам Анупавату Сувешам Шана Мадуна Guru Kamini Charananamina Binivesham. Shana Madhuna, oh Radhika, just for one second, sit here. И Джайдава Госвами описывает эту сценку, как Кришна завораживал Радику. Радика, на одну секундочку, присядь вот тут. You see, these soft lotus petals on this bed of flowers are the enemies of your lotus feet. Посмотри, so вот эти... your feet should come and crush them right. Вот эти нежные лепестки цветочные на этом ложе, это враги твоих стоп. Поэтому твои стопы должны покорить их, став на, наступив на эти лепестки. So with very sweet words, Krishna was trying to coax Radhika to come and sit down in the clinch. Покорить их гордыню. Всячески вот так романтично Кришна пытался убедить Радику сесть на ложе рядом с ним. So then Krishna was holding her. Он продолжал держать ее. He was holding her right hand and he pulled her and he was about to touch her with her other hand. She slapped his hand away, pulled away and stood at some distance from him in the clinch. И он одной рукой продолжал держать ее, тянуть к себе, а другой рукой потянулся, чтобы коснуться ее тела. Радика тут же ударила его по руке, вырвалась и отошла в сторону. So, she wanted nothing more but to please Krishna.
But Ahari Vagati Premnasa Bhavakutilavat, love moves crookedly like a snake. Но она хотела больше всего на свете в этот момент угодить Кришне, порадовать его. Но прямо непредсказуема любовь, она как движется, как змея. The river of love is very crooked and flows in the opposite way. Река любви всегда течет в обратном направлении. So, Krishna approached Radhika. Кришна подошел снова к Радхике. Now, if a person wants to realize Brahmananda, если кто-то хочет познать Брахмананду, the greatest joy, блаженство величайшее. Actually, not the greatest joy. Но Брахмананда не представляет. Но это не высшее блаженство, но все же гораздо выше всей радости, доступной в этом мире. To Premananda, Brahmananda is nothing. По сравнению с Премананда и Брахмананда это ничто. But still, the yogis and munis who want to experience, realize Brahmananda, then they will have to follow the teachings of the Vedas. Но для йогов и муни, которые жаждут испытать вот это состояние Брахмананды, им следует придерживаться предписаний Вед. What do the Upanishads say? Что гласят Упанишады? To realize Brahmananda, then you have to follow this teaching. Neiti, neiti, neiti. Not this. Чтобы осознать Брахмананду, нужно придерживаться учения. Neiti, neiti, neiti. Не это, не это, не это. The Sakis could hear Krishna receiving the highest Premananda, hearing the sound of neiti, neiti, neiti. И Саки, подслушивая снаружи кунжу, слышали, что Кришна получал эти поучения, уроки в Брахмананде. Neiti, neiti, neiti. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari. They were floating in the ocean of bliss. И все саки, они вкушали, это плавали в океане блаженства. When the night was over, когда ночь подошла к концу, Radhika came out from the kunja. Radhika вышла из кунжи. She was very shy and she was criticizing her sakis. Вышла очень такая смущенная, застенчивая, и сразу стала ругать. Саки. Why did you trap me? And why did you destroy my dharma? Что вы наделали? Зачем вы эту ловушку для меня устроили и разрушили мою дхарму? Хватит жаловаться, побежали домой, уже поздно, солнце всходит, надо быть дома быстро. And though she didn't want to go, because she was very attached to Krishna. But she had to leave, and with her sakis, she returned to Yavat. Уходить-то совсем Радхике не хотелось, потому что хотелось остаться там навсегда с Кришной в кунже, но пришлось послушаться подруг и бежать с ними в Яват поскорей. And then the next morning, Radhika, she woke up late. И, конечно же, cannot wake up because she was awake the whole night. Прибежав домой, она легла, побежала в спальню, спряталась и проспала долго-долго, не могла проснуться. And her friend Shyama Sakhi came to visit her. И пришла ее подружка Шьяма Сакхи навестить Радхику. And Radhika was now very, very embarrassed. А Радхике было очень стыдно. She's not only Shrimati, she's also Hrimati. Она не только Шримати. Hrimati means full of shyness. Она еще и Хримати, то есть очень застенчивая. Shyama Sakhi said,
О, Калавати, о, артистик girl. О, Калавати сказала, что... Why are you acting so shy this morning? Чего ты так сильно смущаешься сегодня утром? Радика covered her face with... Радика вообще набросила одеяло на голову, Зиви там спряталась. She said, oh, how can I tell you where I have been? Радика, даже не знаю, как начать рассказывать тебе о том, где я была. I don't know where I'm going. Я вообще не знаю, куда я направлюсь теперь. I did not know where the path was. Я вообще вчера не знала, куда я бегу, куда эта тропа приведет меня. I don't know how I came to be by his side. Я вообще не знаю, как я оказалась рядом с ним. Alas, it was beyond the reach of my mind or the reach of my thoughts or intelligence. Ни разумом, ни умом я понять этого всего, что произошло, не могу. Was it a dream? Может, это был сон? Or was it some magical vision? А может, это все мне примерещилось? Or was I just in an illusion, in bewilderment? А может, это все было иллюзией? Does he bring pleasure to me, or pain, or both? I don't know. Я не знаю, он радует меня или печалит меня. Or is he beyond all of these things? И то, и другое. Может, он вообще, это его не касается никак. I cannot tell you anything about it. Я ничего рассказать не могу. All I can say is that when I see him, he makes my heart palpitate and then I fall unconscious. Все, что я могу тебе сказать, как только я его вижу, у меня начинает биться сердце, потом останавливается, я теряю сознание. This is the only samskara impression which remains with me. Все, что я вот знаю о нем, вот только вот это свое состояние, вот эту реакцию я каждый раз испытываю. Шьяма said, yes, it is true. Шьяма сказала, that a person cannot become expert in the art of Sringara rasa unless he takes instructions from a qualified guru. Шьяма сказала, это правда, что трудно стать искусным в Шрингарасе, не получив уроков у достойного гуру. Радика said, oh, Шьяма, oh, Сахи, from now on I'm not going anywhere near him. Так, Шьяма, все, больше, я к нему не пойду больше. You should go and take lessons from that guru of Shringarasa. Хочешь, иди сама эти уроки бери у этого гуру Шрингараса. And when I see your great scholarship, that will give me happiness. Я буду просто радоваться твоим успехам академическим. All the sakis are together the next morning, talking. То есть уже утро, на следующий день все саки сидят вместе и вот это обсуждают. Lalita said, your proposal that Shamasaki should go and learn the arts of Sringara Rasa is good, but there's one problem. Lalita сказала, знаешь, вот есть один изъян в твоем предложении, вот то, что Shamasaki должна записаться на курсы вот этой Because Шрингараса. Sometimes a student goes to study a subject, but before they've learned it fully, they give up studying. Знаешь, иногда кто-то идет обучаться у учителя, но не закончив образование, бросает. A student will give up studying the subject before they've completely mastered it, then how will the other students become inspired? Но если один ученик как-то теряет энтузиазм и забрасывает учебу, то какое влияние это на других учеников? If someone tries to become a guru, but he himself has not mastered, then he's realized the nectar of bhakti, then he cannot inspire others. То есть, потому что если кто-то сам не овладел в совершенстве этой наукой, допустим, бхакти, то как он может потом вдохновить других и обучать других? So the students can be inspired to complete their education if they study together. Поэтому что вдохновляет студентов, если они вместе группой учатся, то занимаются вместе, то это их вдохновляет. So, Lalita said, my idea is that the two of you should go and study together. Lalita сказала, поэтому ты иди вместе с Шьямой на обучение. Just at that moment, like an untimely storm appearing there, Kutila showed up in the room. В комнату ворвалась дочка Джатилы, Кутила. Oh, what are they talking about? Это шаровая молния, она оказалась непонятным образом в комнате. Потому что она подслушала, снаружи было непонятно, о чем они там говорят. So then Lalita Sakhi was very smart, she quickly picked up a book and said. Лолита схватила книжку в руки тут же. Upon enrolling in the school,
И стала зачитывать. The student should act very obediently towards the teacher. Придя в школу, ученик должен вести себя очень послушно по отношению к учителю. And she pretended to be reading from a book to the circus. И притворялась, что она все это время зачитывала из книги всем присутствующим. So then Kutila said, "Oh, Lalita." Кутила сказала, Лолита. What is the subject you are teaching here? Что ты тут преподаешь сегодня? Lalita said, "We're just studying how the principle that the disciple should surrender to learn all arts from his guru." А мы учим, мы сегодня изучаем гуру татву, о том, как ученик должен прилежным образом предаться своему учителю и серьезно отнестись к образовательному процессу. But one student to learn alone is very difficult. It's better if at least two students should go and study together. Но мы пришли к выводу, что... And I was just explaining this to Radhika and Sharma. Но мы уловили такой момент, что в одного очень сложно учиться, чтобы для дополнительного энтузиазма лучше парочкой ходить на уроки. Вот я рассказываю об этом Радике. So in Vedic culture, if someone studies from a guru in the village of Karmakanda, then they learn how to go to Paralok. Paralok means Swarga. То есть обычно, когда кто-то живет в деревне и служит учителю, который практикует путь Кармаканды, он обучает учеников, как отправиться на Сваргу. So then Kutila, in a very snarky way, she said sarcastically, "Ah, I see that these days that you Sakis, you have become very eager to see Paralok." И очень язвительно Кутила. Paralok means Swarga. But she meant paralok means paralok to see another man other than your husband. Извительно, с сарказмом Кутила сказала, я вижу в последнее время вас очень интересует возможность побывать в паралоке. То есть имею в виду как будто бы рай, но на самом деле паралок, что другим мужчиной, не с мужем со своим. You're very eager to worship the paralok. Вижу, вам не терпится поклоняться паралоке. Шамасаки said, whatever could you be? А Шамасаки сказал, я не понимаю, к чему ты клонишь. Radhika from her very childhood was always engaged in worshiping the Paralok. That means Parameshwara, Bhagavan. О чем ты вообще говоришь? Я не понимаю, на что ты намекаешь. Радика с раннего детства была всегда поклонялась Паралоке, то есть Парамешваре. So when you say only these days she's interested. Мне непонятно, что значит только вот с недавнешних пор она заинтересовалась этим. And because Kutila said these words with a dual meaning to see if they'll get nervous or defensive. And then it would reveal them. But Sharma Sakhi is very intelligent. They said, Paralok? Oh, it means Parameshwara. But Radhika is always worshipping Parameshwara. And she completely hid their guilt. Sharma Sakhi была сама спокойствие. Она не поддалась на эту провокацию Кутилы, которая думала, сейчас я их там выведу на чистую воду, когда они покраснеют, засмущаются, что от моих намеков. Но Шьяма Сакхи, я совсем не понимаю, что значит с недавних пор всю жизнь Радика занята служением Парамешваре, Паралоке. Шьяма Сакхи is the leader of the Surit Paksha. Шьяма Сакхи возглавляет группу Surit Paksha. So Kutila said, "Oh Shama, I see that you don't know that these girls, these Sakhis of Radhika, are Shama Anuragini." They have anurag. They have love for Shama. И тогда Кутила сказала, о, Шьяма, ты, наверное, не догадываешься, вообще для тебя неведомо, что эти подружки Радики, они все Шьяма Анурагини, то есть so, они все влюблены в Шьяма. Long A, short A. У Кришны имя Шьяма. But when it's connected to Anurag, becomes Шьяма-Анураг. Но потом, при Шьяма Анурагини становится два длинных А. Шьяма. So Shama Sakhi is Shama two long A's. Но Shama Sakhi в имени Shama два длинных А. So when she said, "Oh, you don't know that these Sakhis are Shama Anuragini, meaning they have attachment to Krishna," Shama said, "Oh, everyone knows that they have love for me." И когда та Кутила хотела опять съязвить, что сказать, что все эти подружки влюблены в Шьяма, то есть в Кришну, а Шьяма сказала, да, всем известно, они меня любят все, с детства дружим с ними. So then Kutila said, no, they're all Krishna Vatmagamini. Но Кутила не могла угомониться, она продолжала свои нападки. Они Кришна Вартмини, я имею в виду. Кришна Вартмагамини.
Krishna Vartma Gamini. Vartma means path and going. They're all going on the path to Krishna. Krishna Vartma Gamini. Все бегут по направлению к Кришне. But then, Shyama says, "Oh, where is there a fire? Where is there a fire?" Шьяма закричала, где пожар? Где пожар? Because Krishna Vartma in Sanskrit, the word Krishna Vartma means agni. Потому что Krishna Vartma значит словосочетание это огонь. There's no fire around here. Она говорит, что случилось? I remember there was a fire on the bank of the Jumuna at Kaliadaha, but there's no fire around here. Она говорит, какой пожар? Где пожар? Я не помню никакого пожара с тех пор, когда лес загорелся на берегу Ямуны. Kutila said, Shami, are you trying to test me? Кутила говорит, Шьяма, ты издеваешься надо мной, что ли? Are you trying to do pariksha? Нарочно дурочкой притворяешься вот так. Definitely, these sakis are Pitambara Anuragini. Я тебе говорю, они Pitambara Anuragini, эти саки. They love Pitambara. Влюблены в Pitambara. So Pitambara is a name for Krishna, means who wears Pita, yellow ambar cloth. То есть Пита, желтая амбар одежда, то есть это как прозвище Кришны, тот, кто в желтой накидке ходит. Shyama Sakhi said, O Kutile. Shyama сказал, Кутиле. Why are you speaking so harshly? Почему ты так? Почему ты так? What you are saying is completely opposite to Pratyaksha Praman. Все, что ты говоришь. It's opposite to the direct experience of our senses. Вообще противоречит фактам того, что мы сами видим и слышим. You can see that these gopis are not Pitambara Anuragini. They don't love yellow cloth. Но что ты не видишь, что никто из них не любит? They are Nila Arunambara. Anuragini. They love blue cloth and red cloth, but not yellow cloth. Что ты несешь, Гутила? Ты что? Открой глаза. Кто из них любит желтую одежду? Посмотри, они все носят темную синюю одежду. Because the Pitambara is a Bahuvrihi Samas. That means there are two words, but the words put together actually refer to a third thing. So literally, it just means yellow cloth. Само эти слова Pitambara значит. Желтая одежда, но в словосочетании это самас уже указывает на что-то третье, как обычно прозвище Кришна. Она говорит, так никто из них не любит желтую одежду, все носят синюю. So then Kutila said, no, no. Кутила говорит, да я не об этом. Oh, Shyama, I'm trying to tell you in various ways. Ну что ты не понимаешь, я пытаюсь тебе объяснить всячески. That these gopis are bound with love to Braja Raja Tanaye. Я тебе пытаюсь до тебя донести всячески, что эти гопи повязаны с этим Браджа Раджа Танай. So Браджа Раджа Танай means the son of the king of Braj. They're attached to him. Браджа Раджа Танай сын правителя Браджа. Я тебе говорю, они привязаны к нему. But if you take Браджа to mean Braj, Брадхаста, situated in Braj. Но если рассмотреть слово Браджа как то, что расположено во Брадже, Брадж. And Раджа. And add to that the ta of Tanaye becomes Rajata. А потом слово Раджа прибавить первый слог Танае как Раджата станет тогда слово второе. And then you just left with Nae, which means Grahane to accept. Остается Nae последнее, что значит принимать. So then Shyama Sakhi said, "Oh Kutila, how is it possible for these gopis to take all the silver in Braj?" Она говорит, так Кутила, что ты говоришь, как они могут забрать все серебро во Врадже себе? Kutila said, no, no. I am saying that the hearts of these gopis have been stolen. Harina by Hari. Да я тебе говорю. Harina means by Hari. Сердца были похищены Хариной, то есть Хари украл их сердца. So Hari also in Sanskrit means a deer. Харин это олень на санскрите. Shyama Sakhi looked around and said, where are the deer? There are no deer. Shyama Sakhi сказал, какие олени? Где олени? Я не вижу никаких оленей. So then, Shyama Sakhi said, Kutila, oh Vachale. Слушай, болтушка ты, Кутила. You are a very talkative person in Kutila. Ты болтлива, Кутила. And you're repeatedly trying to relish your own skill with words, but actually you have no talent for rhetoric. Ты знаешь, уповаешься собственным красноречием, хотя никаким талантом ты в этой сфере не обладаешь. So I think you should just give up your cunning tricks and remain silent. Я думаю, лучше тебе пора уже умолкнуть просто. Kutila said, yes, it's true. I don't have the capacity to speak like a very witty person like you. Она говорит, ну да, может, я не настолько красноречива, как вы, остроумные. You are vidagdhi.
Вы такие very artistic with your speaking. Вы все такие разумные, лучшие ораторы. And Dagda means burning, burnt. So Vidagda means specially burning. So she said, you are Vidagdi, and by your Vidagda you're burning my mind. Vidagda значит такой талантливый, но тоже, что кто-то сжигающий. Говорит, ваши Vidagda, вы мне мозг уже испепелили. So, why can't you just explain one thing? Ну тогда объясните мне следующее. See, Radharani looks different today. Потому что сегодня Радика выглядит по-иному. Before her lips were very bright red, but now they become somewhat pale. До этого всегда у нее были алые, красные губы. Сегодня губы бледные. She used to be very strong, but now her arms are weak and loose, hanging like the stems of lotuses. То есть обычно она такая, ну, сильная достаточно. Сейчас она какая-то обмякшая, руки слабые, как стебли лотоса. And she's looking very emaciated and exhausted. Очень отстранённо выглядит, that такой истощённый, какой-то уставший выглядит. So, Kutila said, just answer me this. Why is she looking different today? And she never looked like this before. Kutila говорит, ну тогда answer this question. Ответь мне на последний вопрос, Ян. Почему Радика сегодня так выглядит? Она никогда раньше так не выглядела. So then Shama said, Чама сказала. О, Кутила. Кутила. Don't you know? There's a devata named Chandrashekhar. Ты что, не знаешь про девату Чандрашекара? So Chandrashekhar is a name for Lord Shiva who has the moon in his hair. Потому что Чандрашекхар это имя Шивы, у которого луна, месяц в волосах. But the symbol on a peacock feather is called a Chandrika. Но символ... So Chandrashekhar is also a name for Krishna who wears the crown of peacock feathers. Но вот название узора на павлином перо называется Чанда, Чандрика. Поэтому Кришну тоже называют Чандрашекхар. He is more Mormukatwari. Wearing the Mormukat. На нем Mormukat. Mormukat Makarakat. So Shama said to Kutila, there is one devata named Chandrashekhar who by his nature never criticizes others. И Шьяма стала рассказывать, ты знаешь, есть один девата, Чандрашекхар, который никогда никого не критикует. She said with that emphasis. Так подчеркнув это, никогда никого не критикует. Kutila is like that, very crooked, always criticizing. Потому что Кутила известный критикан в деревне, но всегда кого-то там, кому-то косточки перемывает. Just like, you know, if there's an ant, it's always looking for a crack. У муравей всегда щели ищет. So if you make a palace which has been carved out of one jewel, so it's perfect and has not a single crack, but still the ant will be running around looking for a crack. Если ювелир сделает дворец из одного самоцвета, он будет идеальным, из одного камня, там не будет никаких щелей, туда запустить муравья, он все равно будет упорно искать щель. So Kutila is like that. Вот Кутила подобна такому муравью. So Shama said, I'll answer your question. Why Radhika is looking quite different? Я готова ответить на твой вопрос, почему Радика сегодня так выглядит, Кутила. There is a devata named Chandrashekhar who never criticizes others. Так вот, есть один девата Чандрашекхар, который никогда не критикует. Performing a very austere brat to please the Chandrashekhar. И ради того, чтобы угодить Чандрашекхар. Радика совершала множество аскез, то есть Шьяма Саки не станет врать. And that is why her tender, soft body has become very pale and lifeless. И поэтому она выглядит такой изможденной из-за суровых аскез, которые она совершала для этого деваты. But those who worship the Chandrashekhar by this austere brat, then they become most fortunate. So, my dear Kutila, I don't think there's anything for you to worry about. Это измождение стоит того, потому что те, кто поклоняется Чандрашекхару, получают великую удачу, поэтому тебе не о чем переживать, моя дорогая Кутила. And then Kutila being defeated, she left. И ни с чем Кутила удалилась. And when she left, then all the sakis were laughing. И как только она ушла, все саки рассмеялись. And relishing the first meeting of Radha. Вкушая после дискуссии вот этого первого свидания Радхи и Кришны.